На этой неделе герцоги Сассекские весьма удивили королевскую семью, поскольку стало известно, что они попросили о встрече с королевой Елизаветой II, чтобы представить ей свою дочь Лилибет. Несколько удивилась и общественность. Ведь королевское семейство обычно не сообщает о подобных планах и переговорах, пока они не будут подтверждены. СМИ ссылались на инсайдеров из Букингемского дворца. Сдается мне, что все эти инсайдеры, в одно лицо, проживают и работают не в Букингемском дворце, а поместье Сассексов в Монте-Сито. Тактика всем, кто интересуется жизнью принца Гарри и Меган Маркл, известная. Закинем удочку, посмотрим на реакцию, может что-то и выйдет, пригласят. Может даже и Кристина Лилибет все-таки позволят провести в Виндзоре купель и рубашечку крестильную, фамильную отжалеют. Опять же внимание прессы, пиар и новое подтверждение того, что герцоги Сассекские по-прежнему любимые члены королевской семьи. А это важно особенно после того, как селебрити США в лице Барака и Мишель Обамы дали понять, Гарри и Меган им не особенно интересны. Напряжение между Сассексами и королевской семьей остается высоким, особенно после обвинений, которые сделала Меган в отношении королевской жизни. Она утверждала, что некий член королевской семьи выразил обеспокоенность по поводу цвета кожи Арчи до его рождения, а также заявила, что на одном этапе королевской жизни она не хотела больше жить из-за проблем с психическим здоровьем, но ей отказали в помощи. Выступая на канале 5 в документальном фильме «Меган в 40 лет. Восхождение к власти», королевский автор Том Куин дал свой анализ ситуации. Он утверждает: «Я думаю, Меган надеялась на извинения. Я думаю, она надеялась, что они позвонят и скажут: нам очень жаль, теперь мы видим, что зашли тогда слишком далеко. Мы должны были вести себя по-другому. Мы должны были все вместе собраться за круглым столом и обсудить ваши проблемы с психическим здоровьем». Я думаю, что потом она была в ужасе от того, что семья отреагировала так негативно на ее заявление в интервью Опри Уинфри, и они не ответили так, как она хотела. Вдобавок к этому Куин утверждает, что Меган в конечном итоге уже пожалела о своем решении пооткровенничать с Опрой. На мой взгляд, она думала, что войдя в королевскую семью, она сможет встряхнуть их, обновить, и им это понравится, они будут поступать, как считает нужным Меган. Когда этого не произошло, и она столкнулась с тем, что она считала силами реакционеров, это ее так расстроило, что это интервью было ее способом, единственным для нее способом, отомстить и изложить дело так, как она видела ситуацию. Но я считаю, что позже она пожалела о своих заявлениях и сейчас думает, что ей не стоило сжигать мосты между ней с Гарри и королевской семьей дотла. В последнее время, когда принц Гарри или Меган Маркл заявляют, что они присоединяются к какой-то инициативе, мои пальцы, бегая по клавиатуре, почему-то набирают слово «примазываются». Сколько уже таких прецедентов было? ТО «Сассексы» раздавали в течение 20 минут под бдительным оком и объективом специально нанятого фотографа. Благотворительные наборы продуктов и канцелярских товаров в преддверии нового 2020-2021 учебного года в Лос-Анджелесе. Прилетев, кстати, туда на частном вертолете из Монте-Сито. Ну а почему бы и нет? Кто-то такси пользуется, кто-то вертолет заказывает. Мне, конечно, кажется, что сумму, потраченную на вертолет, можно было бы просто перечислить на благотворительность, выхлоп был бы куда больше, в плане помощи нуждающимся, и куда меньше, в части вреда экологии. То они, вместе со своим благотворительным фондом Archival, прислоняются к благотворительной компании Procter & Gamble и заявляют, что отправили партию подгузников приюту для бездомных мамочек в Лос-Анджелесе. Мамочки благодарят в Instagram, а Сассексы даже не уточняют, они сами за эти подгузники заплатили или просто стали вывеской для акции помощи от Procter & Gamble. На сей раз все серьезнее. Не потому, что я считаю проблемы бездомных мам США или проблемы родителей, потерявших работу и нуждающихся в помощи для своих детей с едой и учебниками, не стоящими внимания. Нет, я считаю, что пиариться на тех, кто по какой-либо причине получил увечье и потерял здоровье, но не потерял волю к жизни, это как минимум безнравственно. Либо ты реально помогаешь, либо иди мимо. Про Гарри, между прочим, до последнего времени нельзя было сказать ничего плохого в этом смысле. Я не уверена, что это была его личная инициатива и идея. Возможно, идея родилась в кулуарах пресс-службы Букингемского дворца, когда в очередной раз пришлось Гарри, как того черного кобеля, отмывать до бела. Но инициатива US Games игр «Непокоренных» вызвала горячий отклик у общественности по всему миру. А принц Гарри весьма преданно служил идее проведения спортивных соревнований для военнослужащих, пострадавших во время службы, причем не только персонально военных,
но и гражданских полицейских, сотрудников спецслужб, пожарных и иных чрезвычайников. Сейчас, после двухлетнего перерыва, готовятся Игры непокоренных 2022 в Гааге, и принц Гарри даже намерен снять сериал о подготовке для компании Netflix. Ну так, немножко монетизировать свою благотворительную деятельность в рамках контракта с Netflix, который как-то надо выполнять. Уже как-то. Как будто против шерсти гладят. Но сейчас, когда стало известно, что британские спортсмены-паралимпийцы вернулись из Токио со 124 медалями, в числе которых 41 золотая, 38 серебряных и 45 бронзовых, принц Гарри поспешил присоединиться к инициативе «Виза-15». Инициатива эта была запущена еще до начала Паралимпийских игр в Токио. Группа международных организаций во главе с Международным паралимпийским комитетом МПК и Управлением ООН по правам человека представили новую десятилетнюю кампанию, направленную на продвижение прав и представительство людей с ограниченными возможностями во всем мире «Виза-15». Цифра 15 говорящая, по статистическим данным, в мире порядка 15% людей с ограниченными возможностями. Фонд US Games Foundation написал в Твиттере: «Наш патрон принц Гарри присоединяется к лидерам организаций по всему миру в рамках «Виза-15», празднуя запуск кампании в связи с закрытием «Собака Паралимпикс». Это только начало. Мило, конечно. Особенно после того, как британских спортсменов-паралимпийцев тепло поздравила королева Елизавета II. Внучок решил, что ему тут побывать надо. Даже видеообращение записал и размножил в сети интернет, которую, в целом, считает рассадником зла. А меня опять как будто против шерсти погладили. Издание The Sun сообщает, что герцог и герцогиня Сассекские все же намерены в ближайшие недели прибыть в Великобританию, чтобы крестить свою дочь Лилибет Диану. Однако не уточняется, как именно будут проводиться крестины – в окружении и в соответствии с протоколом королевской семьи, или в частном порядке и отнюдь не в Виндзоре, как предусматривает традиция британских монархов. Скорее всего, если уж речь идет о том, что сассексы, как пишет The Sun, звонили королеве и просили ее о встрече, чтобы представить ей малышку Лилибет, то королева не дала согласия на крестины дочери сассексов в Виндзоре. Или, как минимум, не намерена там присутствовать. В конце концов, когда в Виндзоре крестили первенца сассексов, Арчи, ее величество на церемонию не прибыло. Тогда, кстати, были весьма путанные объяснения, мол, Гарри и Меган, назначая дату крестин, не учли графика королевы, и в тот день, когда они вознамерились окрестить сына, ее величество должна была присутствовать на совершенно другом мероприятии, давно запланированном, которое отменить она не могла. Объяснение, если учесть те условия, в которых составляется график мероприятий британской королевской семьи в целом, бредовое. Никто и никогда не позволит кому бы то ни было самостоятельно выбирать дату крестин ребенка. Равно о как помолвки или свадьбы, если речь идет о событии именно королевского уровня с публичным освещением и так далее, тем не менее, издание The Sun настаивает, сассексы скоро появятся в Великобритании. Хотя, по сообщениям инсайдеров дворца, уточняет The Sun, сам факт этого визита, а также настойчивая просьба Гарри и Меган о встрече с королевой Елизаветой II, вызвали возмущение помощников Ее Величества. Гарри и Меган сообщили о своем желании увидеться с королевой и представить ей свою дочь, ее тезку Лилибет. Но персонал дворца ошеломлен подобной наглостью со стороны сассексов, сообщает источник The Sun. Они могут искренне хотеть увидеть королеву, но от этого их желание перехватывает дыхание, если учесть то, через что королеве пришлось пройти в нынешнем году, стараниями Гарри и Меган. Инсайдер продолжает. Персонал и Ее Величество до сих пор не ответил на просьбу сассексов. До этого времени фактически была только дискуссия о том, стоит ли приглашать Гарри и Меган с детьми на Рождество в Великобританию, в Сандрингем, где королевская семья традиционно отмечает этот праздник, если учесть, что в прошлом году сассексы это предложение отвергли. Однако инсайдер добавил, что королева была бы не против увидеть своих правнука Арчи и правнучку Лилибет, а также Гарри. А Меган почему-то речи не идет. Издание The Sun связалось с представителями принца Гарри и Меган Маркл для получения комментариев по данному вопросу.